У Алмаза Кишкенбаева есть проблема, и она заключается в лишнем весе. Певец поставил перед собой задачу всего за месяц сбросить 20 килограммов. Все началось, конечно, из-за комментариев поклонников. Бедному Алмазу пришлось примерить самые разные прозвища, из которых депутат и Улькенбай самые безобидные. В общем, с сегодняшнего дня бывший суперстар KZ официально на строгой диете. И дабы одному худеть было не так скучно, он пригласил своих поклонников присоединиться. Что ж, будем надеяться, что своего Алмаз действительно добьется. Нам остается только пожелать ему удачи и достижения поставленных целей.